красотки Мэри. Ира, не лезь, не лезь. Догоняй! Молодец! Ай-яй-яй-яй-яй! Кстати, здесь неподалеку царские раки продают, капец, вода там. Где? Ай-яй. Толкай, толкай. Направо! Ира, давай жестче. Молодец, молодец. Ну что, Витя? Витя не видит, но никто мяч взял. Бежать, бежать! Ай-яй, ай-яй-яй. Все время возмущается. Угу, Олеся Батьковна. Шире, 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 девочки, шире! Воскрайная, воскрайная. Прыгай! Держи, держи! Держи ее! Думала, убились все. Нет, 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 Ира, пошла. Работай, работай ногами. Ну вперед, вперед, давай. Знаешь, прикол был, племянник посмотрел, что-то паука. Утро, время, плече стоит. Только дверь обысь. Она не верит. Типа такого. Причем не понял, что ты говоришь. Вот я разбрал подобных. Они же дебилы, могут из окна вот так выйти, сейчас нас смотрят. Те же полетели. Шире, шире. Отдай пас, отдай, отдай. С ней работай, работай. И разряжай ножки. Разгоняйся. Что, бежим? Ну вот Оля тоже молодец, бегущая девочка. Ваш мяч, ваш мяч! Да быстрее уже! Все слабо, все слабо.
Ну. Живите даже так. Чувствуется работа с ночью. Да. Да. Ну а что мяч не берет сразу? Вот упала с ней, сразу возьми мяч. Почему упал, отстает, а мяч не берет?